Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем тестировать несколько продуктов из магазина Светофор. И первое — это паштет Арктика Русском по ГОСТу, 230 грамм, 33 рубля. В составе на первом месте печень говяжья, потом масло сливочное, свинина, бульон, мясной лук, соль, перец душистый, молотый перец, черный молотый. И, в принципе, все. Российская Федерация, Московская область, город Лыткарино. Вот такой паштетик. Сейчас откроем, посмотрим, можно ли его есть. Так, открыла. Ну что? Он у меня из холодильника. Вот такая консистенция. Жиденькая, кремообразная, скажем так. Чувствуется печенка, действительно. Вкусный паштет для своей цены. Очень даже съедобно. Рекомендую, ставлю лайк, мне понравилось. И второе блюдо, которое мы сегодня с вами попробуем из Светофора, это вот такой вот плов по-узбекски с мясом. 300 грамм, 50, по-моему, 7 рублей. Написано, что без добавок и 100% натуральный продукт, фото реальное. Мы его будем разогревать на костре. Так, состав: крупа рисовая, мясо кур, масло подсолнечное, морковь, лук, бульон куриный, чеснок, соль, пищевая специя, никаких ешек. Производитель: город Камешково, Владимирская область. Сейчас с вами откроем, посмотрим. Смотрите, вот так он выглядит. Рис, морковь и какие-то кругляшки. Может быть, это из фарша сделаны какие-то куриные котлетки, не знаю. Сейчас будем разогревать на костре и пробовать. Пахнет как-то, честно говоря, больше соей. Хотя ее в составе нет. Но это на запах. Будем пробовать. Развели небольшой огонь. Придумала я, два шампура поставила. Уже шкварчит. Надеюсь, что вот этих палочек хватит, чтобы разогреть этот наивкуснейший плов по-узбекски с мясом. Так, ну что, мы разогрели. Сняли с огня. Здесь у нас морковка. Сам рис. Лук, наверное, мелко-мелко нарезанный был. Ну, на костре, конечно, еда всегда вкуснее, друзья. Попробуем вот эту вот котлетку. Не знаю, что это за котлетка. Вот, да. Не очень куриный фарш такой. Сам рис вкусный, с овощами. В общем, если вы идете в поход, на природе зайдет, можете брать смело. У нас косят соседи, поэтому шумно. Смотрите, кошка, мы ей оставили тоже немножко рисика. Кошка тоже заценила этот плов. По моим вкусовым рецепторам хочу сказать так. Паштет мне понравился больше, чем плов. Мужу понравился плов. Он его практически весь и съел. Но сказал, что только в походе или на природе он готов его есть. Дома он бы не зашел. То, что тут на костре разогрели. Поэтому, в принципе, он зашел. Но он не противный. Рис, кстати, достаточно вкусный. Эти шарики мне не понравились. А вот рис достаточно вкусный. Морковка вкусная, хорошо такая прожаренная, проваренная. Вот. Но по моему вкусу паштет обалденный. Я прям скучаю сейчас. Мы взяли одну банку на пробу. Я прям сижу и думаю, вот бы сейчас этого паштетика с хлебушком. Очень вкусный паштет Арктика. Ну, а плов в поход, пожалуйста, можно брать или мужичкам на закусочку под... Сами знаете что. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.